Куда ж ты так спешил, бедненький Буратино? Да, куда ж ты спешил-то, а? Мне надо купить папе Карло куртку. Так. Не мешало бы подкрепиться. Хоть корочкой хлеба. Корочкой хлеба угости. Хозяин, 3 корки хлеба! Я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы подносок не хватило бы мне бодрости. Но лишь бы подносок не хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Всем салютики, мои дорогие. С субботой вас, с субботним настроением. А у нас, как всегда, по субботам, доширак со сметаной. Это просто праздник какой-то. Я его всегда жду, как манну небесную. Так, сейчас помешаем и начнем трапезничать. Ну, тут у меня немножко еще грудинки есть, огурчики, хлебушек. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Уж на что я не любитель каких-то, там, не знаю, старых песен, ну, русских я имею в виду. У меня немножечко другие предпочтения в музыке. Я уже говорила. Одно из этих направлений – это Deep House и так далее. Но русские фильмы, особенно советские, я просто обожаю. Я думаю, со мной многие согласятся, что все-таки советские фильмы, особенно комедии, несравнимы ни с чем. Любите советские фильмы? На сегодняшний день я могу сказать, что в основном все фильмы какие-то глупые. Без смысла. Хрящик попал. Он такой... Бывают они такие мягенькие. А это прямо... Серьезный. Не знаю, мне кажется, они так настроение поднимают. Какие ваши самые любимые 3 фильма? Советской эпохи. Ну и вообще, конечно, не самые там доисторические черно-черно-белые. Не, ну черно-белые тоже неплохие есть фильмы. Вот мне «Близнецы» нравятся с Целиковской. Что там еще у нас? «Сердца 4». Не 3, а «Сердца 4». Не путаем с сериалом. Мой любимый момент – попить через край. Так хочется вот именно этого бульона. А
А то многие кричат, вредно, вредно, вредно. И жить вредно. Если вы его будете есть каждодневно, по несколько раз еще в день, то, естественно, будет вредно. А как я по субботам? Почему бы нет? Дошик долго есть невозможно. Даже если я его ем с наслаждением, а я всегда его ем с наслаждением, все равно долго играю, еще не получается. Вкусно. Ну вот и все, дорогие мои. Мы с вами поели, если кто-то со мной ел. Кто не ел, собирается, всем желаю приятного аппетита. Как всегда, вам всех благ, хорошего настроения, позитива. Удачи. Всем пока-пока.